«Не смешно» из сборника «От Гудзона до Лонжерона». Чтоб поправить жизнь в стране, нам бой пора дать болтовне. Валя господ и депутатов отправил всех жить на зарплату. Сослать из рада на завод, и чтобы каждый, кто нам врет, знал, что за взятку не спасут, спасет его лишь честный труд. Не в рифме сила, дар поэта, его ведь ценят не за это, а за безжалость на спира, ведь слово — это не игра. Перо — это сила духа, поэзия не показуха. Перо — это духа услада, это за правду награда в Одессе на пляже отрада. Там в карты катают молодые бандитки. Я им проиграю, а не одесситки. Квартиру куплю себе прямо у моря. Быть может, в Кадоре, ну или в Бодове. Начну размовлять на украинской мове о Бабеле, Ильфе и даже Петрове. О мэрах и всех депутатах в законе, сидя за кафе на новом балконе. Ведь там, что не рожа, то нам врала. Там правит только закон бабла. Там и смешно, а порою и страшно. Но будет это уже не важно, когда все то правящее звено народ отправит назад на дно. Обнимаю всех.